памяти деда моего Михаила, новомученика и исповедника Русской Православной Церкви 20 века. Памяти отца моего Андрея, красноармейца и партизана Великой Отечественной войны, водителя молодых. Памяти Отечества моего, которое они строили по разумению своему, а я не уберег. Придет последний вдох, уйдет последний выдох, и всколыхнется свет предвечного огня. Кто предали меня, и вы, кого я выдал, вы соберетесь около меня. Свидетель каждый прав, грехи мои безмерны, но перед трибуналом до конца от прошлого, от блага и от скверны не отрекусь, не отверну лица ни от чего. Не отвернул лица. Ведь человек волна прихлынет и откатит. То счастьем одарят, то счастье отберут. Страдальцем я бывал. Бывать случалось катом, проигрывал. И вел свою игру, не праведней других и не грешней, наверно, пройду путем. И деда, и отца от прошлого, от блага и от скверны, не отрекусь, не отверну лица, ни от чего не отверну лица. Прости, Господь, мой род неистовый и грешный, за нашу жизнь Твоим заветом вопреки, и чтоб блуждали мы во тьмах людских кромешных, не разглядев протянутые руки, но даже зло творя, добру служили верно. Нам были мерой 9 грамм свинца от прошлого, от блага и от скверны. Не отрекусь, не отверну лица, ни от чего не отверну лица. То камни соберем, то камни разбросаем, то воздвигаем крест во прахе и пыли. Истерзанной землей бредет судьба босая. Кровавый след истории земли, а мы идем за ней, кто весело, кто нервно, и каждый сам себе, и царь от прошлого. От блага и от скверны не отвернусь, не отверну лица, ни от чего не отверну лица.